друзья, всем привет! Тема сегодняшняя у нас пампинг, точнее разница между силовой и памповой тренировкой. Сразу говорю, что силовая тренировка – это работа с базовыми весами, с базовыми упражнениями, но памп – это такая же базовая тренировка, только веса вы берете намного меньше, вот и все. Существует огромное количество тематических видео по этой теме. Длительность там от получаса и выше, поэтому давайте размусоливать не будем, а просто покажу разницу, вот и все. Я сделаю два подхода, один подход будет силовой, меня будут страховать, и один подход памповый на количество, а потом просто посмотрим на меня со стороны. Упражнение я взял наклонный жим, штанги лежа, просто захотелось. Идемте в зал. У тебя там вес нормальный, да? По 15-ке все? 140. Первый подход завершен. Сейчас убавляем вес. На штанге остается 80 килограмм. Делаю столько, сколько смогу. И все. Потом посмотрим. Подход у нас второй завершен. В заключение, что я вам могу сказать? Вот она разница, в принципе. Объяснять тут особо нечего. Памп дает невероятное ощущение накачки. Смысл вообще любой тренировки. Мы гоним мышцу кровь. Естественно, если вы тренируетесь как пауэрлифтер, то эффект накачки будет минимальный. Те же системы 5x5 намного эффективнее. Но если брать 3x16 или 4 рабочих, или даже выше диапазон, то накачка будет просто дичайшая. Вы раздуваете мышцу, она наполняется кровью, ее прям как будто разрывает. Вообще, каждое мышечное волокно затянуто в отдельную фасцию, то есть это как чехол у каждого мышечного волокна. Она очень прочная и очень тугая. В обычной жизни растянуть крайне трудно. Когда вы пампитесь, вы растягиваете эту фасцию, у вас появляется между волокном и стенкой фасции свободное пространство, которое заполнено кровотоком. У волокна появляется место, куда оно будет расти и так далее. Опять растянули, опять выросло. Естественно, и то теории, но в каждой шутке есть доля шутки, друзья. Естественно, мы сейчас говорим не о новичках, о людях, которые хотя бы понимают, что делают. То есть стаж, ну, хотя бы года 3. Тогда отдача будет. Ну, а я на сегодня все. Хорошенечко запамятовался. Чего я вам желаю. Пока.